боевой деятельности германского флота в Советской Арктике написано не так уж и мало, но пока не все разгадано. Подробно описана героическая гибель ледокольного парохода «Александр Сибиряков», сторожевого корабля «Бриллиант» и тральщика Т-120, а также отражение набега немецкого тяжелого крейсера «Адмирал Шейер» на порт Диксон. Вскользь упоминается о переходе германского вспомогательного крейсера «Комет» по Северному морскому пути с запада на восток и о действиях подводных лодок противника в Карском море. Центральное место во всех исторических повествованиях занимает операция «Вундерланд» – единственная операция германского флота в Советской Арктике. Проведению операции предшествовали события 1939-40-х годов, без которых германское командование вряд ли направило бы крейсеры подводные лодки в Карское море. 28 сентября 1939 года. Появился договор о дружбе и сотрудничестве между Советским Союзом и Германией, подписанный Молотовым и Риббентропом. В договоре затрагивалась и северная проблема. На первом этапе Второй мировой войны перед германским флотом стояла задача первостепенной важности – осуществление морской блокады Великобритании. Германский флот не имел военно-морских баз с выходами непосредственно в Атлантику. Военно-морские базы Кригсмарине, расположенные в Северном и Балтийских морях, контролировались британским флотом. Чтобы выйти в Атлантику, немецким рейдерам и субмаринам следовало преодолеть мощные рубежи, созданные англичанами в проливе Ла-Манш, на выходах из Северного моря, в Датском проливе и на Фарера-Исландском рубеже. Поэтому немцы попросили у Сталина предоставить им пункт базирования в Кольском заливе, в Мурманске. Почти всю осень у причалов этого порта простоял их лайнер «Бремен». За это время немецкие моряки собрали полную информацию о Мурманске. Попытки сотрудников НКВД пресечь их действия ни к чему не привели. Москва запретила ограничивать действия гостей, считая их своими союзниками. Одновременно советское правительство считало, что длительное пребывание германских боевых кораблей в Мурманске станет известно мировой общественности и может вызвать акции протеста, особенно со стороны англичан. Немцам предложили перебазироваться в Териберку. Они отказались, но согласились расположиться в Западной Лице. Секретный объект получил кодовое название «Порт Норд» или «База Норд». В короткие сроки в Западной Лице немцы построили причалы, возвели на берегу бараки и, возможно, выставили оборонительное минное заграждение. Но с захватом Норвегии в апреле и июне 1940 года необходимость в этой базе отпала. Немцы получили удобные базы в Скандинавии, позволявшие им их подводным лодкам развертываться прямо в Атлантику. Следующий этап деятельности германского флота в Арктике связан с переходом их вспомогательного крейсера «Комет» по Северному морскому пути с запада на восток. Об этом пойдет рассказ в следующих роликах. Теперь об операции «Вундерланд» – «Страна чудес» в переводе. 18 июня 1942 года нарком военно-морского флота Кузнецов подписал приказ за номером 00192 о передаче ряда кораблей из состава Тихоокеанского флота в состав Северного. 15 июля из Владивостока вышла группа кораблей экспедиции особого назначения, далее ЭОН-18, состоявшая из лидера Баку, эсминцев «Разумный», «Разъяренный» и «Ревностный», после навигационной аварии возвращен обратно. Лидером командовал капитан третьего ранга Беляев, эсминцем «Разумный» капитан-лейтенант Федоров, эсминцем «Разъяренный» капитан-лейтенант Никольский. На кораблях следовали ледовые лоцмана капитан третьего ранга Воронин и лейтенант Калинич. Командовал экспедицией капитан первого ранга Обухов. Перед выходом корабли прошли докование, имели так называемую ледовую защиту, ледовые винты, подкрепленные водонепроницаемые переборки и так далее. Японская разведка проинформировала немецкое командование о выходе советских кораблей. Началось планирование операции «Вундерланд». Предполагалось провести ее с 10 по 31 августа и задействовать для этого тяжелый крейсер «Адмирал Шейер» и 5 подводных лодок. Кроме уничтожения кораблей «ЭОН-18», немецкому крейсеру следовало обстрелять порты «Диксон» и «Амдерма».
Двум подводным лодкам вести разведку в интересах крейсера в Карском море, а трем прикрывать крейсер со стороны Баренцева моря. Немецкой авиации предписывалось нанести 3 массированных удара по Мурманску. Началась операция 10 августа с выходом лодок в назначенные районы, а 16 августа из Нарвика вышел тяжелый крейсер «Адмирал Шеер». Приведу хронику этой операции. 17 августа в 7 часов утра немецкая подводная лодка У-209 обстреляла буксиры «Норд», «Комсомолец», «Камелес», «Неисправный» и две баржи, следовавшие из пролива «Югорский шар» в район острова Матвеев. Обе баржи и буксир «Камелес» были потоплены, а поврежденный буксир «Комсомолец» выбросился на берег. Погибли более 300 человек. 18 августа в районе Губы Белужья две немецкие подводные лодки вели артиллерийский бой с тральщиками Т-855 и Т-904. 19 августа в районе Губы Белужья тральщики Т-58 и Т-39 обстреляли немецкую подводную лодку У-209. Адмирал Шеер подошел к мысу Желания. 20 августа в районе Губы Белужья две немецкие подводные лодки вели артиллерийский бой с тральщиками Т-855 и Т-904. 21 августа на переходе из Маточкиного шара в Губу Белужья немецкая подводная лодка У-456 выполнила безрезультативную торпедную атаку по сторожевому кораблю «Федор Литке» и тральщику Т-57. С крейсера «Адмирал Шеер» в районе острова Кравкова обнаружили караван судов в составе ледоколов «Красин» и «Ленин», ледокольного парохода «Седов», 8 транспортов и танкера, но из-за тяжелой ледовой обстановки сблизиться с ними не смогли. 23 августа к северо-западному побережью Новой Земли направлен немецкий минный заградитель «Ульм». На борту имел 260 мин. Немецкая подводная лодка у острова Митюшова обстреляла стоявший на якоре мотобот «Чайка», а затем увела его на буксире в море без экипажа, где судно было затоплено. 24 августа немецкая авиация нанесла первый массированный удар по Мурманску. На подходах к Зиксону немецкая подводная лодка У-601 потопила торпедами транспорт «Куйбышев». Погиб весь экипаж судна. С полярной станции на острове Гейберга обнаружили немецкий самолет-разведчик с адмирала Шеер. В ночь с 24 на 25 августа самолет-разведчик с немецкого корабля разбился при посадке. 25 августа в 5 часов 35 минут адмирал Шеер обстрелял радиостанции на мысе Желания. Немецкая подводная лодка У-255 тоже обстреляла эту радиостанцию. Командиру ЭОН-18 передали информацию о рейдерстве немецкого крейсера в Карском море. Адмиралом Шеером потоплен ледокольный пароход «Александр Сибиряков». Неравный бой продолжался с 13 часов 47 минут до 14 часов 5 минут. Захвачены в плен 18 членов экипажа. Капитан парохода Александр Сибиряков, старший лейтенант Карачава, сообщил на «Диксон» о встрече с немецким кораблем. Здесь данные автора статьи разнятся с автором книги «Пираты фюрера» Игорем Буничем. По Буничу Сибиряков сражался более часа. Этого часа оказалось достаточно для судов каравана, чтобы уйти в лед, где их Шеер уже никак не мог достать. Погибли 79 русских моряков, включая командира. 26 августа начальник штаба Беломорской флотилии донес начальнику штаба Северного флота о принятых мерах по противодействию противника в районе Карского моря, о ведении воздушной разведки, отправке подводных лодок к мысу Желания и в пролив Карские ворота, о перебазировании на арктические аэродромы ударной авиации. В 150 милях к юго-востоку от острова Медвежий тремя английскими миноносцами потоплен немецкий минный заградитель «Ульм». Главнокомандующий военно-морскими силами Германии Рёдер доложил Гитлеру о проведении операции «Вундерланд». 27 августа в район Новой Земли направлены 4 английских корвета. Адмирал Шеер ввел обстрел порта Диксон. 28 августа – второй массированный налет немецкой авиации на Мурманск. У западного входа в пролив Маточкин шар немецкая подводная лодка У-589 выставила 16 неконтактных мин. 11 октября на этих минах подорвался и затонул СКР-23 «Муссон».
немецкая подводная лодка обстреляла радиостанцию Ходовариха. 29 августа адмирал Шеер покинул Карское море. 30 августа адмирал Шеер возвратился в Нарвик. 31 августа третий массированный налет немецкой авиации на Мурманск. О событиях августа 1942 года рассказано во многих трудах. Нас же больше интересует бой у Диксона, так как одна из загадок операции «Вундерланд» кроется именно здесь. В официальном издании военно-морского флота «Боевая летопись военно-морского флота 1941-1942 годов» об этом бое говорится следующее. 27 августа в 1 час 5 минут наблюдательный пост на острове Диксон заметил корабль противника. В порту была объявлена боевая тревога. Сторожевой корабль «Дежнёв» отошел от причала и поставил дымовую завесу, чтобы прикрыть транспорты в порту. В 1 час 30 минут тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» подошел к Диксону с юга и с дистанции 32 кабельтовых открыл огонь по судам, стоявшим в гавани. Батарея 152-мм орудий под командованием лейтенанта Корнякова с причала и сторожевой корабль «Дежнёв» из 4 76-мм орудий открыли ответный огонь. «Дежнёв» получил 4 прямых попадания, но продолжал вести бой, хотя потерял 7 человек убитыми и 21 человек ранеными. Несмотря на тяжелое ранение, помощник командира, старший лейтенант Кротов, Кротов в бою командовал кораблем. Дальномерщик-краснофлотец Кацман, пулеметчик-старший краснофлотец Танунс, старшина первой статьи Васенин, не покинули свои посты. Получив несколько прямых попаданий, рейдер в 1 час 50 минут прекратил обстрел и, прикрываясь дымовой завесой, отошел. Вторая атака рейдера также была отбита. В 3 часа 5 минут рейдер ушел от Диксона. В некоторых изданиях указано, что во время второго обстрела в крейсер «Адмирал Шеер» попало 3 снаряда 152-мм калибра. А вот как описывает это событие очевидец, уполномоченный Государственного комитета обороны по перевозкам на севере Сузюмов. 27 августа, пользуясь утренним туманом, рейдер по-воровски подкрался к Диксону, вошел на внешний рейд и открыл орудийный огонь по порту, мирному поселку, полярной станции. Это нападение не застало жителей острова врасплох. Шеер был вовремя замечен с наблюдательного пункта нового Диксона. И когда он несколько минут спустя появился перед проливом Бега, ведущий во внутреннюю бухту, и открыл огонь, на острове уже подготовились к обороне. Неожиданно для экипажа фашистского корабля с берега ударила 6-дюймовая пушка, снятая с береговой батареи и подготовленная к отправке на новую землю. Она стояла на причале. Старший лейтенант Корняков с помощью краснофлотцев развернул ее и открыл огонь по фашистскому кораблю. Когда на палубе адмирала Шеера разорвалось несколько снарядов, выпущенных из орудия Корнякова, гитлеровцам пришлось отменить высадку десанта. Рейдер развернулся и поспешно стал уходить на север. В чем же состоит загадка? Никто и никогда не задавал вопрос, было ли попадание снарядов в немецкий крейсер. Ответ на этот вопрос был получен совершенно неожиданно. В послевоенные годы профессор военно-морской академии капитан первого ранга Пензин читал лекцию офицерам военно-морского флота Германской Демократической Республики. Он рассказывал о защите арктических коммуникаций, подробно разбирая операцию «Вундерланд», о потоплении парохода «Александр Сибиряков» и о бое у Диксона. К великому удивлению преподавателя, среди слушателей Академии оказался участник тех событий – немецкий офицер, в годы войны служивший матросом на тяжелом крейсере «Адмирал Шеер». Пензин, к сожалению, его фамилию забыл. Офицер хорошо помнил поход в Карское море, поэтому в деталях рассказал обо всем и сообщил, что никаких повреждений ни в бою с Александром Сибиряковым, ни у острова Диксон адмирал Шеер не получал. Когда по крейсеру открыла огонь береговая батарея, немцы поставили дымовую завесу и вышли из зоны обстрела. Увидеть с берега попадание снарядов в крейсер не могли, была плохая видимость. Решили, что если крейсер покинул район, значит получил повреждения. О повреждении крейсера говорили и пленные моряки с ледокольного парохода «Александр Сибиряков». Они находились в душевой комнате крейсера и ощутили несколько сильных сотрясаний корпуса. Крейсер имел на вооружении 6 280-мм, 8 150-мм и 6 105-мм орудий.
чувствовали запах дыма и слышали, как немцы кричали «Огонь, огонь!». Бывший матрос Крейсмарине пояснил, что корпус сотрясался от залпов собственных орудий, а дым распространился по кораблю от дымовых шашек, поскольку ветер дул в корму, а шашки поджигали с кормового среза. Документов о полученных повреждениях крейсера в немецких архивах нет. Корабль после этого похода не ремонтировали. Ведь остаться незамеченными три прямых попадания 152-мм снарядов, конечно, не могли. Вывод один. Крейсер вышел из боя неповрежденным. А как же экспедиция особого назначения? Во время боя с ледокольным пароходом Александр Сибиряков корабли, за которыми охотился адмирал Шеер, находились почти рядом. По свидетельствам очевидцев, на них слышали выстрелы и даже видели орудийные вспышки, но дымка надежно маскировала конвой. 13 октября лидер Баку и эсминцы «Разумный» и «Разъяренный» вошли в Кольский залив. За 3 месяца они прошли 7360 миль.